Главное русское открытие сезона в Америке. От этого игрока никто не ждал такой крутой игры. Он новичок НХЛ, у него уже 33 шайбы. По ходу сезона он продлил контракт на 11 миллионов. Он лучший снайпер Ванкувера. А еще Андрей Кузьменко – один из главных любимцев фанатов Ванкувера. В Канаде его готовы носить на руках. Подписывайся, чтобы узнавать о хоккее больше.